Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Густав Климт. Портрет Сони Книпс. 1798 год. Холст масла. 145×145. Густав Климт – один из самых популярных художников современности. Его работы отличаются высоким мастерством и виртуозностью исполнения. Портрет Сони Книпс – образец раннего творчества живописца. Несколько слов необходимо сказать о модели. Сони Книпс, урожденная баронесса Пуатье, была женщиной с тонкой душевной организацией, состояла в браке с обеспеченным мужчиной. Делом ее жизни стала поддержка прославленных венских мастерских. В 1898 году Клинт написал портрет Сони Книпс, первую работу из этой серии. Он запечатлел на полотне жену одного из самых богатых австрийских промышленников Книпса, мецената, покровительствующего модерну. Глубоко индивидуальное произведение, в котором объединились несколько стилей, на первый взгляд может показаться даже шаблонным. Дама, знающая себе цену, смотрит гордо и со сдержанностью аристократки, но, обратив внимание на пальцы, судорожно вцепившиеся в подлокотник кресла, зритель тут же ощутит исходящую от героини волну внутреннего напряжения, даже дрожи. Почувствовав это несоответствие внешнего и внутреннего состояния, молодая женщина уже перестает ассоциироваться с воздушной бабочкой, готовой вот-вот спорхнуть. Легкость, которой художник наделил облик модели, появилась благодаря почти импрессионистской манере написания нежно-розового платья. Асимметричное положение фигуры и затемненное пространство второго края напоминает о приверженности Климта дальневосточному стилю. Также этот прием позволил добиться максимальной четкости и выразительности портретируемой. Ну вот такое описание нашел в интернете картины «Портрет Сони Книпс» Густава Климта. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».